Это видеообзор тренировочной сумки Джула, ну или Юла, как некоторые называют. Я буду называть ее Джула. Вот, значит, которую мы заказали из КНР. Значит, и пришла она примерно в течение 3 недель. Вот, значит, в вот таком вот виде, целлофановом. Запечатано. Распечатывать я ее не буду по той причине, что, значит, у меня уже есть одна распечатанная, на ней я дальше покажу, чем она хороша или нет. Значит, я решил не заморачиваться с лентами сантиметров и показать. Рядом поставил бутылку, значит, из-под Боржоми для наглядности того, чтобы было видно, ну вот, какая она по высоте. То есть довольно небольших размеров. После того, как такую сумку распечатываешь, целесообразно ее напихать внутрь чем-то, ну, ветошью какой-то, для того, чтобы она немножко пришла в свое объемное состояние вот таким вот образом. То есть, несмотря на то, что она небольшая и явно это на одного человека, тут две формы уже там можно запихнуть, ну, не знаю. Мне кажется, все-таки для одного человека больше. Оно для одного, она вполне удобная, вполне объемная. Вот, и имеет, то есть, отсеки, которые специализированы под инвентарь и под, ну, под гаджеты. Сейчас все это расскажу. Надо сказать, что внешний вид, ну, довольно симпатичный. Вот, значит, выбирали именно по сайту, по, там были и другие варианты, то есть без красных вставок, с серыми вставками. Вот, но понравилось больше это. Значит, и с одной стороны аккуратная, с другой стороны довольно яркая и подойдет, наверное, как для юношей, так и для девушки, спортсмена. Ручка. Значит, это материал, который присоединен к основе с помощью швейной строчки. И, ну, тут квадрат идет и крест-накрест. То же самое с этой стороны. И, значит, почти по центру есть заклепка. На саму ручку надета пластиковая накладка. Вот, перфорированная. Ну, в принципе, довольно удобно. Теперь ремень крепится с обеих сторон вот такими карабинами. Карабин внушает доверие. Значит, отстегивается легко. В серединной части есть вот такой вот наплечник с эмблемой компании. Но ни одна сумка на данный момент не обходится без отсеков для гаджетов. Ну и с фронтальной стороны есть вот такой вот небольшой отсек для телефона, смартфона. Значит, для блокнота он пойдет. Вот, в нем есть отверстие для наушников. Не знаю, если кто-то слушает еще сейчас плеер, то он вполне подтягивается. Удобно. Теперь, значит, ну, значит, что у нас привлекло? Это впереди есть отсек плотный для укладки туда ракетки. То есть ракетка в сумке туда не влезет. Это как бы и есть сам чехол для сумки, то есть чехол для ракетки, вот, для одной.
Здесь выдавлен контур, но если вставлять, допустим, сюда вот вставляем мы ракетку, вот здесь она подсеткой держится, то ручка ракетки, если это не азиатский хват, то она выступает немного за выдавленные контуры. Есть контур, выдавленный для мячика, ну это, значит, обманка. Мяч туда не влезет, носить его там нецелесообразно. А ракетку вполне на тренировку можно. Дальше что мы имеем? С тыльной стороны. Это пойдет под документы. Тренер, если что, пойдет под протоколы соревнований. Вот, тетради, я не знаю. Ну, то есть это плоский довольно отсек для бумаг. С левой стороны сумки есть небольшой отсек под бутылку. То есть бутылка сюда, ну, пол-литровая влезет. Таким вот образом. Больше, я думаю, уже объем пихать не стоит. С другой торцевой стороны, то есть тоже, что привлекло, когда выбирали, есть отсек вот такой вот под обувь. Это мешок в мешке. То есть мы вот извлекаем. Вот оно имеет вот такой вот вид. Запихиваем. Ну, вначале как-то сомневался, что туда влезет, обувь взрослого человека, но попробовал и показываю. Вот. Допустим, так вставили. Допустим. Так, вставили. Выкупаем. Влазит. Ну, если для ребенка, вообще без проблем. Здесь вот решеточка такая. То есть она, я так понимаю, служит для естественной вентиляции. Что у нас в основном отсеке? Если там находится обувь, он, конечно, уже наполовину, ну, точно на, значит, почти наполовину он заполнен. Однако же вполне влезет форма. Вполне. Вот. Пару маек, шорт. Здесь один отсек под липучкой. Туда тоже и документация влезет, я не знаю, какие-нибудь программки. И с другой стороны тоже есть отсек для каких-то небольших документов. Здесь есть деление для ручек карандашей. В целом, мне кажется, сумка должна быть довольно удобной. Материал, в принципе, плотный. Насколько он водоотталкивающий, ну, конечно, трудно судить, пока под осадки не попадешь. Производит вид не очень промокаемого. В любом случае, эта сумка тренировочная, она не предназначена для каких-то дальних переездов и тому подобное. Поносим, посмотрим, протестируем.